Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. На канале Реальный Махач снова выложили видео моего боя двухгодичной давности. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Ссылку оставлю в описании. Также хочу поговорить на другую тему. Дело в том, что сейчас я нахожусь на Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге. И здесь разница во времени в сравнении с Москвой. Здесь довольно плотный график, то есть очень много мероприятий, на которые нужно сходить, которые нужно заснять, которые нужно посмотреть. И в это же время сейчас, во-первых, будет два боя очень интересных в Латвии. Ночью, кроме всего прочего, ну даже скорее ближе утром, в Америке будет биться Тайсон Фьюри с Томом Шварцем. И далеко не факт, что я эти бои сумею так вот прям быстро, вовремя посмотреть и тем более запилить на них обзоры. Поэтому завтра, может, обзоров и не будет. Или, может быть, они будут с большим опозданием, а может, они будут там в понедельник-вторник. В общем, все будет видно. А так сейчас более скромный бой. Кому интересно, заходите по ссылке в описании и на канале Реальный Махач увидите мой бой, достаточно старый. Сейчас я боксирую, в принципе, немного по-другому. Вот. Ну, то есть, как по-другому? Техника-то, она, по сути, все равно примерно схожа, но последний год тренер пытался меня натаскивать, чтобы я был более активным. А в том бою я очень много жду. Ну, это, наверное, нехорошо. И тогда я был еще более худой. Я умудрился вписаться совсем в легкий вес. До новых встреч!